Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня я вам покажу свой второй заказ из 17-го предновогоднего каталога компании Oriflame. Заказ получился на 84 балла, и в этом заказе у меня микс из каталога Выгода Плюс и из основного каталога. В основном все под заказ и прям чуть-чуть немножечко для себя. И начну с того, что я заказала для себя. Это тканевые маски. Маска с виноградом и гранатом, и с апельсином и органическим овсом. Тканевые маски помогут мне привести свое лицо в еще более хорошее состояние к Новому году. Я очень люблю тканевые маски и специально даже для них купила маску силиконовую, которая отлично их прижимает. То есть я нанесла тканевую маску, и мне не нужно стараться держать лицо или лежать, чтобы маска не падала. Поэтому я всем рекомендую и тканевые маски, и специальный помощник для того, чтобы их зафиксировать. Маски такие я уже пробовала, мне они нравятся, и поэтому когда на них идет какая-то акция, я всегда пополняю свои запасы. Но вот сейчас запасы иссякли. Так, что заказали клиенты? Гель для душа Discovery. Я первый раз вижу праздничную упаковку, действительно очень мило выглядит. Хорошо, что для нас компания постаралась и сделала какой-то, да, вот дизайн новый, очень приятно. Гели классные, вот он еще немножечко холодный, только недавно получила заказ, не согрелся до конца, но тем не менее этот гель такой прям концентрированный, у него и приятный аромат, и густая хорошая пена, он хорошо отмывает, ну, во всех отношениях приятный продукт, которым я пользуюсь с удовольствием. Крем для рук заказали большой объем, серия Loving Care с миндалем. Приятный крем, он густой, я как раз сейчас таким пользуюсь, у меня стоит на полочке на кухне, потому что когда я много вожусь с водой, готовлю еду, мне хочется сделать пожирнее масочку на коже рук, нежели вот такие крема, которые я тоже люблю, но они более легкие. Вот такие крема у меня заказала клиентка, наверное, на подарки, потому что это действительно милый подарочек, крема для рук, у них более такая консистенция легкая, как лосьончики для рук, впитывается классно, не оставляет липкости, жирности, приятные крема, и это будет классный подарок. Заказали два набора, в один набор входит лак для ногтей и смягчающее средство. Выгодное предложение, поэтому я рекомендую вам посмотреть внимательно каталог. Если вы еще не отправляли заказы, то обратите внимание, какая классная акция идет на эти два продукта. Красивый оттенок лака, он такой нежно-розовый, перламутровый, а смягчающее средство без аромата, без задушки, и его мы наносим на все сухие участки кожи, можно носить на зону области вокруг глаз, если носик натерли, на губы, на локти, на кутикулу, колени, пятки, то есть везде, где возникает сухость. Иногда бывает, что я даже вот на лицо наношу, когда чувствую, что кожа хочется прям напитаться, наношу маску, делаю на верхнюю, вот на поверхность кистей, хорошо напитывает и восстанавливает кожу. Поэтому очень рекомендую такие средства использовать, мне кажется, можно любому человеку, и мужчине, и женщине. Особенно классно то, что он без одушек, и поэтому если люди там капризничают, говорят, я не хочу ароматизированный, парфюмированный какой-то, и мужчины тоже не любят с одушками, мы им рекомендуем такое смягчающее средство. По спецпредложению, кстати, это тоже для себя, я заказала два шампуня стимулятора роста волос, серия Hair X. На них классная цена, поэтому если вы стремитесь быть участниками премьер-клуба, чтобы пользоваться дополнительными привилегиями, я вам рекомендую делать каждый каталог заказа от 100 баллов, а лучше стремиться делать 150 баллов, потому что это вам дает 10% кэшбэк, который возвращается вам на товарное поле, и вы ими расплачиваетесь за первый заказ последующего каталога. И еще добавляется скидка 50% на любой продукт. Если вы два раза подряд сделали заказы по 150 баллов, делайте их потом регулярно, и у вас каждый каталог будет скидка 50% на любой продукт, который вы выберете, кроме продукции wellness и наборов. Это очень выгодно и здорово. Так, еще заказали два набора кремов, вот такие хорошие подарочки.
упаковка 3 из 3 кремов. Сейчас попробую открыть аккуратно одну коробочку, чтобы вам продемонстрировать. У нас уже были аналогичные крема в наборе, только был другой дизайн. Здесь же у нас остались те же симпатичные тюбики, но такой новогодний яркий дизайн, просто как украшение на новогоднюю елку. Кстати, классно повесить такие тюбики на новогоднюю елку и прикрепить записочки, кому это в подарок. Если, например, вы в коллективе поздравляете друг друга, то просто вот на красивую какую-нибудь золотистую ленточку прикрепляете бумажечку и пишете там, например, Марии Семеновне от Валентины. Вот. Будет очень, мне кажется, забавно. Каждый выберет себе такой крем. Один из них с ароматом сирени, один с ароматом пиона и один с ароматом жасмина. Бесподобные крема, я их всем рекомендую. Особенно мне нравится дизайн. Они похожи на тюбики красок, как акварельные краски или масляные. Они зачастую продаются в тюбиках, и мне это очень нравится. Так, следующее. Тоже под заказ. Сразу вот так много всего. Итак, это две туши. Серия On Color. Черные туши приходят запечатанные в пленку, и их просто так вы не посмотрите. И это очень хорошо. Потому что если вы откроете тушь, то через, наверное, 6 месяцев ее нужно будет уже точно использовать или выкинуть. Потому что уже попал в нее воздух, значит, идет процесс какой-то, да, поэтому выкидываем. Еще две туши заказали, а я даже не знаю, какие это водостойкие. Нет, просто тушь для ресниц, тоже серия On Color. У них другая кисточка, оттенки тоже черные. И следующий продукт — гель для бровей и ресниц ухаживающий. Я такой не пробовала, поэтому не могу оставить свой отзыв. Но писали у нас в чате девочки, кто попробовал, что гель понравился, что он хорошо ухаживает, укладывает все, да, выглядит более эстетично. Поэтому если вам нужен такой продукт, заказывайте. Так, и еще парочка шампуней для жирных волос. Они у меня под заказ. Тоже из спецпредложения, серия Hair X. Я не помню, сколько они стоят, но цена была настолько привлекательная, что у меня клиентка заказала сразу два. Что она их периодически заказывает, когда заканчивается, просит новый. А когда узнала, какая акция, сразу два заказала. И еще тоже со спецпредложения заказали две тональные основы. Одна клиентка. Когда мы с ней встретились, я спросила, что было бы ей интересно. Она сказала, мне нужна тональная основа, стойкая. Показала мне ее в каталоге, но в каталоге она без скидки. И в следующем каталоге она без скидки. Она принесла упаковочку, чтобы мы посмотрели точно оттенок, который она уже пробовала. Просто она не у меня заказывала, а у кого-то или ей подарили. Она сказала, мне так понравилась эта тональная основа, я в жизни ничего не пробовала лучше. И я с ней согласна, тоже люблю этот тон, серия The One Everlasting, адаптивная, с SPF 30. У нее прекрасные вот все, весь функционал, то есть она легко ложится на кожу, не забивается в поры, хорошая стойкость. То есть у меня этот тон весь день лежит, я даже не поправляю макияж, я знаю, что у меня все идеально до поздней ночи. И когда я увидела его спецпредложение, позвонила, сказала, тональная основа всего, по-моему, за 399 рублей. Она говорит, это что, мне две возьми. Все равно, говорит, она быстро заканчивается, поэтому две тональные основы сейчас отнесу. Уже договорились, что сегодня будет доставлен заказ. Так, здесь мне вложили какой-то пробник Life in Color и пробник тональной основы адаптивной. Эти пробники идут по 3 рубля всего при заказе на определенную сумму, по-моему, на 500 рублей и спецпредложение. Поэтому два пробничка, которые я тоже отдам в подарок кому-то из клиентов. Это очень удобно, и побаловать клиентов нужно, порадовать их чем-то, да, показать им свое внимание. Поэтому чем больше всяких разных пробничков, подарочков мне вкладывают, тем, значит, больше мои клиенты получают внимание. Я все раздариваю. И это еще не все. И спецпредложение мне сделали заказ на посуду. Молочник
фарфоровая посуда. Я попробую сейчас открыть коробочку какую-нибудь, какая легче открывается. Давайте вот эту. Заказали, значит, молочники. У меня их несколько штук в заказе. Чайник. Так, показываю чайник. Вот такая крышечка красивая. И сам чайник. Вот такой вот прекрасный чайник, суперский. Так, мы закрываем. Вся посуда в такой же вот гамме, то есть такой светлый оттенок, бело-молочный, красивый орнамент ручной работы, великолепие, просто великолепие. Я сама люблю посуду, особенно когда это приятно для глаза и приятно в использовании. Смотрите, получился молочник, чайник и сахарница. Где у нас сахарница? И сахарница. Это для одной клиентки, а другая клиентка заказала сразу два молочника. Наверное, в подарок. Они действительно очень красивые, такие милые. Если у вас есть доступ к спецпредложению, я вам рекомендую тоже заказать для себя, чтобы обновить посуду. Может быть, это будет как праздничный вариант, когда придут гости, достать, да, вот, насладиться так, эстетику свою, да, приподнять, насладиться красивой посудой, потому что, ну, это действительно приятно, когда нас окружают красивые вещи. Вот такой вот заказ. А, кстати, еще пакет заказала. Это я взяла для себя, чтобы положить сюда подарочек одному приятному человеку. Вот, теперь точно все. Благодарю вас за внимание. Если видео было интересно и полезно, ставьте лайк и пишите в комментариях, а на сколько баллов в этом каталоге вы уже отправили заказ. Мне просто интересно, сколько среди моих подписчиков таких активных консультантов, активных партнеров компании Oriflame. Договорились? Всего вам доброго, до новых встреч, пока-пока!